Я только что упустил нечаянно йогурт. Водичка попала. Пошли на нашу. И теперь ты будешь играться. Wow, that's a big one. Iguana? Cabos, San Lucas. I don't know what's the difference, but I think we're in Cabos or San Lucas. So, добро пожаловать на пляж. Нам нравится, Лео. Ты уже наигрался? Накупался? Пусть загружается. Getting back to the port. Рыба игла. Ее только словили, наверное. Друзья, мы находимся в городе Кабо. А что еще обходить? Нет. И конкретно, портовый город, конкретно развитый туризм, короче. Но нам пришлось очень много идти. Может, потом расскажу, о чем, почему. Кто хочет просвежиться в тумане? Вау, пар! Вау, смотри, Лео! Прохлада и свежесть, классно! So, ladies and gentlemen, everything is great. We cancel the complaint. And Penguin should continue being a business. I told them to improve the system. If they're leaving people and the port beach is closed, they have to send some people there to inform that someone will come later or some other way to bring people back. So the experience wasn't too pleasant, but everything turned out good. We returned half of the money. We bought some gifts. Because this is the last stop on our cruise ship in Mexico. Here we go. Хотели показать сегодняшнего слоника, который нам room service сделал. Классно. Вообще талант. Вот это хобот. Это ушки. Ножки толстые. И сзади. Классно. А как слоник делает? Как они делают? Мы снова идем. Здесь люди красиво ужинают. Hey, Leo, man. Hey, Tian. Hey, soft mushrooms. Aren't they beautiful? Посмотрим, что у них. Что мне взять? Стейк возьмите, я пожалуйста. Я поеду. Что у вас? Я не знаю, куда. Не, красиво смотрится. Мама, что у вас? А что у вас? Лосось? Лео, как всегда, картошечка. Молодец. Для трехлетнего ребенка вот такое блюдце. Мне кажется, это перебор. Ты оцениваешь? Тебе нравится? Что делать? Он просто пюрешку кушает. А вот что принесли папе. Снова грибы. Friend. Leo just met a friend, Tatum. Tatum from Canada, Vancouver. Leo, say hi. Дай пять. Give. Дай пять. Give high five. Кулачок. Knuckle.
Good. Leo, I'll get a hug. Обними, обними, Тейлор. Обними, Тейлор. Давай, обними. Good job. Good job, Тейлор. Say bye. So Тейлор, you can say bye, and we might see you tomorrow or maybe any other time. Thanks. Nice to meet you too. Все, друга, познакомились. Его зовут Тейтем. Скажи Тейтем. Тейтем. Японец, китайско-японец из Канады. Позвольте показать вам самый вкусный торт, дезерт на компании Carnival Cruises. Горячий, расплавленный шоколад. Мешайте с мороженым. И такая благодать. Нет слов, просто нет слов. Мой любимый, беру его четвертый раз. А Лео просто мороженое кушает, да? После 80-х концертов мы заходим в Joker комнату, где список, не список, а ящики игр лежат и здесь, и там. Мы, конечно, выбрали, какая игра? Monopoly. Monopoly. Тут, конечно, есть Uno. А мы сейчас берем Monopoly и несем на столик. Лео играет сам с собой в Monopoly, рисует машинки. А мы играем Uno на ивритских правилах. Кто? Говори, кто там? На четверку молчим, на единичку Леша, ты... иврит, на нолик меняешься, на девяток нельзя заговорить девятку, на семерку бьем. Дорогие друзья, самое пустое место во всем корабле, интеллектуала в нашем корабле ноль. Никто не сидит в библиотеке. А выбора книг много. А следующий зал – это церковь. Добро пожаловать. It's okay. А здесь, на самом деле, можно сочитываться здесь. За денежки вас сочетают. Итак, Лео, ты будешь открывать нам домик. Давай еще раз. Давай. Вот так. Открывай. Добро пожаловать домой. Наш слоник ждет нас. Привет, слоник. Привет, слоник. Как дела? Как дела? Итак, уже огромная ночь, и мы все очень сильно устали, готовы спать. Что на прощание скажем? Всем прощаемся, Лео. Скажи всем, подписывайтесь на канал. Да, и ставьте... Что ставим? Лайк. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги.